5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы ГУМ, для которого вам понадобится одна сишка и, наверное, штук 6 обычных топоров. Железный тут не обязательно брать, а вот обычные вполне сойдут. Так, первую сих, единственную сиху я взрываю вот здесь. Тут хранилище 3 на 3, 9 ящиков будет. Готово. Так, броня... Я поменяю ее. И начнем вот с этого ящика. Посмотрим. Так, тут у нас сразу огнестрел. Это хорошо. Блин, калаш, конечно же, хреново выглядит. Но дробовик, ВСС, два кольта. Ну и разрушитель пока что можно взять. Что еще тут? Самопалы мне не нужны. Ладно, дальше идем. Плотная ткань пускай будет. Аптечки это у меня украли. Так, здесь у нас чего? Еда, еда. Довольно-таки много еды, ну ладно. Тоже, но потом оставлю слитки, сразу заберу. Пластины тоже сразу заберу. Это мне неинтересно. Так, здесь что? Доски. Доски, доски. Еще дубовые бревна можно забрать. Умирать, скорее всего, я тут не буду. Я просто посложу весь лут сюда в байк. Тут не так уж много чего-то ценного, что можно было бы забрать. Думаю, мне места вполне хватит. Если что, от чего-то можно избавиться. Так, это вот сюда. Это у меня украли. Буду складывать сюда наверх, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И давайте продолжать. Здесь вот это у меня украли. Вот это у меня украли. Что дальше? Вот я заберу. Как раз схему еще одну возьму. Так. Больше ничего тут нет для меня интересного. Тут это у меня украли. Кожу я заберу. И вот это. Вот весь лут, который у меня сперли. Микросхем было 3, пиво было 10 штук. Если вдруг что. Здесь, так, ладно, ничего. Здесь тоже пусто. Вот еда. Я, наверное, еду возьму с собой. Вот так вот. Она, в принципе, неплохо восстанавливает. Это неинтересно. И последний ящик открываем. Смотрим, что тут. О, два красных талона. Плюс, плюс, плюс. Можно зайти вот сюда и показать вам. Здесь только два станка стоят. Ящиков в этой комнате нету. Вот они, два станка. Хотя, на три счета здесь. Ну, в принципе, единственное, что меня интересует, это вот эти вот. Можно их надбить и посмотреть, что тут будет. Блин, 100 шума. Эй, рано, 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 рано. Кормила, подожди, подожди. Гвозди. Так, цыц, кормила. В общем, вот он, весь лут. На паузе посмотрите. Это мы добыли с помощью одной С4. Ну и решайте сами, стоит взорвать или нет. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.